На социальные темы во вторник с 11 до полудня готова пообщаться Наталья Цидвинцева, начальник отдела по социальной политике. Телефон 5-26-86. В среду 17-го с 11 до 12 вопросы Тюлькинского территориального сектора можно обсудить с его начальником Евгением Дмитриевым. Телефон 9-22-82. В четверг 18 февраля с 11 до полудня на связи начальник отдела по экологии и природопользованию Ирина Имбрякова. Телефон 7-70-11. В пятницу 19-го в привычное уже время у телефона начальник отдела ЗАГС Жанна Орехова. Вопрос регистрации актов гражданского состояния можно обсудить по телефону 7-50-07. Суббота, 20 февраля, на этой неделе рабочая. С 11 до 12 с жителями города общается начальник управления экономической политики Наталья Гудкова. Вопросы предпринимательской деятельности обсуждайте по телефону 7-65-59.